Всем привет! Сейчас я покажу, как из такого блока питания для компьютера сделать его для питания усилителя. Для начала тут нет ничего сложного, это просто надо отрезать все фишки, все стяжки с проводов. То есть вот это вот все отрезаем. Также на блоках питания есть вот такие раздвоенные. Просто отрезаем их вместе. Эти провода не трогаем. После того, как вы сняли все фишки, вы постарайтесь желательно покороче, то есть вот примерно вот посюда отрезать. Вот, чтобы было побольше проводов. Главное, чтобы были желтые и черные провода. Это самое главное. И еще, чтобы был один вот такой зеленый провод. После этого мы берем черный и зеленый провод, снимаем изоляцию и замыкаем. То есть вот берем и делаем скруточку вот из этих проводов. Получилось так, что этот блок питания у меня оказался нерабочим, но я на нем покажу все равно, что надо делать далее. А далее мы просто разбираем его. После того, как мы разобрали блок питания, вы видите тут кучу пыли. Все это обязательно чистите. Берете и сметайте. Далее, как почистили, мы видим вот тут, например, стяжечки. Лично у меня стяжки, но бывают такие вот заклепки резиновые. Их очень легко снять. Просто достаете их в бок. И все, вы их сняли. И рассоединяете. Чтобы не перерезать кулер на блоке питания, просто откладывайте его в сторону. И теперь, что нам надо? Это, например, серые, вообще не, например, даже, а все вот это, то, что не желтое и не черное, и не зеленое, надо резать. После того, как вы перерезали все, что не надо, вы достаете эти провода из других, не отрезанных, чтобы это смотрелось в будущем аккуратно. А вот это вот все лишнее, мы просто теперь берем вот так вот в кучу и заматываем изолентой. Потом вот эту скрутку мы вводим в любое удобное место. Либо же, если тут не получается куда-то убрать, то выводим его сюда, либо обрезаем полностью, или выпаиваем. В моем случае я ничего не буду делать. И обрезаю. Теперь надо все вот эти черные и желтые провода разделить по отдельности. И зеленый с черным вывести отдельно от других. То есть как бы их вот так вот распутать, чтобы желтые были, например, справа, а черные слева. Я сейчас покажу на рабочем блоке питания, что должно было бы получиться. То есть вот два кабеля, считайте, черный и желтый, и одни выведены, черный и зеленый. Вот эти провода висят, потому что их мне не было негде вывести внутри блока питания, а вот тут я случайно отрезал один желтый. Я его нарастил с помощью других проводов. И я смотал аккуратно все в один провод. Сейчас я покажу то, что этот блок питания полностью рабочий. И я покажу, как его включать. То есть все включить зеленый и черный провод. То есть когда убеждаемся, что блок питания полностью рабочий, все крутится, все вертится, охлаждается, мы можем его подключать к усилителю. А также еще хотел сказать то, что из остатков, которые вы обрезали из другого, вы можете, даже должны вырезать вот такой вот проводочек маленький, чтобы запитать плюс с рэмом на усилителе. Усилитель у меня Evo GB60K, двухканальный, но я его все равно подключу к сабу на настройках, которые я нашел в интернете. Если надо будет, то я могу их написать, кому нужно. Также, если вы хотите к нему подключить кулер, то это все очень просто. Сначала также обрезаем провода и сначала их вставляем в усилитель, потому что потом будет проблематично. ГНД это минус, и 12V плюс это плюс. Потом подключаем РЭМ, соответствующий раздел в РЭМ, и закручиваем его. То есть даже можно вот так вот, чтобы был плотнее контакт, делаем его, впихиваем. И после вставляем провода. При закручивании всегда держите какой-нибудь провод, например, вы закручиваете плюс, и держите его, когда закручиваете. Еще, к слову, можете поставить кучу кулеров, прям очень много. Он точно охлаждался, усилитель. Все, когда мы подключили все, после включения блока питания, мы видим то, что у нас заработал кулер и загорелись лампочки на усилителе. То есть мы проверяем то, что все работает, и теперь можно выключить блок питания обратно и подключать сабвуфер. Саб у меня Мачете ML12S от DevBones. И сейчас я покажу, как определить, где минус, а где плюс на катушке. У меня лично красный провод — это вывод на усилитель. Смотрим, тут у меня черный. Значит, берем вот этот провод и отводим его на минус. Смотрим на усилителе.
Вот минус, вот плюс. Вот это мы не трогаем. Все, после этого мы остается только настроить усилитель. Скажу то, что все работает. Под усилитель у меня настроен на 302 Гц. 25 громкости на компьютере. И можно включать. И все прекрасно работает. Всем удачи и спасибо за просмотр.